Компания КМК Trade Company бесплатно установила забор тимиртаускому ветерану Великой Отечественной войны. Такой подарок руководство компании решило сделать Ивану Пурику накануне его юбилея и Дня пожилых людей. Около 10 лет назад мы взяли шефство над ветераном Великой Отечественной войны Иваном Михайловичем Пуриком. Мы постоянно навещаем его, узнаем, какая требуется помощь. В октябре этого года Иван Михайлович будет отмечать свой 95-летний юбилей. И в преддверии этого мы решили в качестве подарка установить ему новый забор. Компания-благотворитель при выборе материала для подарка руководствовалась в первую очередь его качеством и износостойкостью. Не были забыты и личные пожелания Ивана Михайловича. Он сам выбрал цвет и дизайн нового забора. Около недели работники нашей компании смонтировали более 30 метров забора. В качестве материала использовали современный вид ограждения – металлический штакетник. Перед установкой забора, естественно, мы приехали к Ивану Михайловичу, спросили их пожелания, его непосредственно, то есть, что бы он хотел видеть, какого цвета бы он хотел видеть забор. То есть, все эти факторы обязательно мы учитывали. Как говорит сам Иван Пурик, он очень признателен за оказанное внимание. По его словам, подарок оказался очень нужным и своевременным, ведь его старый деревянный забор уже порядком обветшал. Деревянный он там, старенький. Ну, руководство решило сделать подарок. Ну, я не рассчитывал, что такой будет подарок. Это что-то неимоверное. Вы посмотрели, с каким они энтузиазмом строили это все, с душой, с желанием. Еще до миллиметра вымеряли, все делали, что-то. Я такого не видел. И желаю, чтобы люди посмотрели, что могут Тимиртау сотворить для ветерана войны вот такую вещь. Это неимоверная красота. На счету у компании десятки добрых дел. Каждый год ее сотрудники принимают участие в различных благотворительных акциях, оказывают необходимую помощь не только ветеранам, но также многодетным семьям и детским домам. Александра Любимова, Сергей Баданин, новости Тимиртау.